25 мая 1914 года в Растрепинском саду на Оренбургской улице собралось свыше 1500 детей. Все они были разделены на 10 групп, каждая из которых имела свой флаг и руководителя от общества народных университетов. А вот для чего все они сюда пришли, мы вам сегодня расскажем. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».